Иностранной студентке Казанского университета требуется помощь. У Валерии четвертая стадия рака. Заболевание серьезное, смертельное. Экскурсия-квест по архитектурным памятникам Казани стала частью обучения студентов Института дизайна. Цель нашего фестиваля – познакомить студентов с обликом города Казани, рассказать им о средовых точках, о объектах культурного наследия. Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Анастасия Миронова. Наша съемочная группа посетила ряд общежитий студенческого городка Казанского федерального университета и ознакомилась с ходом ремонтных работ. Как сообщает руководство вуза, данные работы будут завершены в ближайшее время. Иностранная студентка Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Валерия Лусия Гереро Сторина нуждается в помощи. У девушки обнаружили четвертую стадию рака. Требуется серьезная финансовая помощь. Помочь можем мы с вами. Пересматривая совместные видео, друзья-одногруппники Валерии не могут сдержать эмоций. На их глазах разворачивалась тяжелая история болезни. Началось все с безобидных болей в спине. Тогда ребята посоветовали сокурснице обратиться к врачу. И всего спустя месяц девушке поставили страшный диагноз – лимфома Ходжкина, четвертая степень. В это время Валерия проживала в семье своей одногруппницы Дарьи Макаровой, которая всеми силами заботилась о девушке и поддерживала ее. Был куплен билет на родину в Колумбию. Но на долю девушки выпало еще одно испытание – начало пандемии. Ей нужно было улететь, и все закрывается, все границы закрываются. Она остается дома, у всех шок, паника, мы не знаем, что делать дальше. Заболевание серьезное, смертельное. В этот отчаянный момент поспела помощь из Казанского федерального университета. Валерии помогли завершить обследование, оказали финансовую поддержку. Затем пришел момент принятия решения о химиотерапии. Девушка хотела вернуться на родину и начать лечение там. При поддержке вуза, друзей и близких, а также посольства Колумбии, Валерию удалось отправить домой на частном самолете. И вот уже сколько, полтора года она в Колумбии проходит лечение. Она все это время принимает химиотерапию, но тем не менее ее узлы, метастазы еще активные. Ей нужно делать пересадку костного мозга. Для этого требуются огромные финансовые вложения. То есть они нанимают врачей, которые работают с ее душой, с ее телом. Друзья описывают Валерию как на редкость позитивного и жизнелюбивого человека. Такой она старается оставаться и сейчас. Валерия сама хочет стать врачом и спасать жизни людей. Сейчас она бы училась на пятом курсе, но находится в академическом отпуске. И ее друзья по ней очень скучают. Валерия, она человечек такой стойкий, крепкий, умеет жить, любит жизнь. И единственное, что ей нужно, это финансовая поддержка, которой ей не хватает. Это правда, это самое меньшее, что мы можем сделать, потому что все самое главное и остальное она уже смогла сделать. Помочь Валерии можем мы с вами. На экране отображены номер карты и телефон, куда можно отправить средства. Принимаются переводы через Сбербанк онлайн. Также девушке необходима пересадка костного мозга, и любой из нас может оказаться ее потенциальным донором. В Казанском федеральном университете проходит акция, организованная совместно с благотворительной организацией «Русфонд». Сюда можно прийти и сдать свои образцы в один из дней, указанных в расписании на экране. Завершится акция 18 сентября, в день рождения Валерии. Ей исполнится 23 года. Диана Желенкова, Фарид Захитаглы, «Универ Ньюс». В связи с открытием нового института в Казанском федеральном университете прошел фестиваль пространственных искусств. Студенты Института дизайна посетили лекции отраслевых специалистов и подготовили тематические проекты. Подробнее о фестивале в сюжете нашего корреспондента Роберта Хасанова. Первый в истории учебный год в Институте дизайна и пространственных искусств начался максимально продуктивно и не скучно. По словам директора нового института, учебное заведение создавалось, основываясь на идее научно-прикладных навыков. То есть упор в учебной программе будет делаться на практику, а не на теорию. Фестиваль пространственных искусств как раз является одной из подобных форм обучения нового института. Студенты с первых дней обучения погружаются в практику и выполняют тематические проекты. Первое задание учащиеся института получили прямо в день торжественного открытия. Студентам
предстояло пройти квест знакомства. Каждый из студентов благодаря квесту найдет своего наставника. Таким образом, неформально мы распределяем студентов в группы, а на самом деле они уже знакомятся с ансамблем архитектурным Казанского федерального университета. На одном квесте фестиваль пространственных искусств не закончился. Пока многие учащиеся Казанского федерального университета ютятся в аудиториях, студенты Института дизайна и пространственных искусств проводят лекции на свежем воздухе под дождем. И нет, дело далеко не в достатке аудитории. В программу так называемого экскурсионного дня вошли 10 локаций. Экскурсия началась на улице Баумана, а финальной точкой стало художественное училище. Студенты таким образом осмотрели практически весь исторический центр города. В такой интерактивной манере преподаватели рассказали студентам о дизайне городской среды. Цель нашего фестиваля – познакомить студентов с обликом города Казани, рассказать им о средовых точках, о объектах культурного наследия и о элементах среды, которые расположены, в принципе, во всей Казани. Плюс это элемент знакомства. Мы знаем, что у нас очень много приезжих студентов, студентов-иностранцев, и мы хотим им показать нашу Казань и рассказать о замечательных объектах, которые находятся в нашем городе. Студентам на примере городского благоустройства рассказали о ландшафтном дизайне, акустике, реставрации исторических зданий и архитектурном проектировании. В программе фестиваля пространственных искусств это не единственная лекция на свежем воздухе. В другой день в рамках фестиваля прошел арт-кросс, направленный на изучение видов пространственных искусств. Мы решили, что студенты должны знать все его виды. Получается то, что они передвигаются по станциям, знакомятся с видом, да, то есть с объектом, узнают его историю и выполняют задания, определенно связанные с этим объектом, и фиксируют у себя это графически, различными инструментами. Помимо практических заданий, студенты на протяжении 2 дней посещали лекции отраслевых специалистов и преподавателей института. В заключение фестиваля организаторы устроили масштабную вечеринку во дворе здания на улице Левобулачной. Во время 2 недель студенты создавали тематические планшеты, состоящие из нескольких частей. Исследование города, пространство мечты или моушен дизайн и арт-кросс. На вечеринке старосты академической группы и преподаватели должны были оценить работы студентов и выявить лучшую. Возможность оценить дизайнерскую работу первокурсников дали и нашей съемочной группе. На закрытие фестиваля первокурсникам вручили студенческие билеты и сказали напутственные слова. Сейчас студенты начинают полноценно изучать учебную программу. А в здании на улице Левобулачной стартует масштабная реновация. Через 2-3 лет это место примет в своих стенах молодых дизайнеров Казанского федерального университета. Роберт Хасанов, Надежда Дик, Булат Садыков, Фарид Захитаглы, Универньюз. В концертном зале Казанского университета «Уникс» состоялся первый республиканский старостат вузов. Смотрим! Мероприятие началось с приветственных слов министра по делам молодежи Республики Татарстан Тимура Сулейманова и президента региональной молодежной общественной организации Лига студентов Республики Татарстан Руфата Киямова. Затем прозвучал гимн студенчества «Гуадаамус». Далее выступил председатель Совета ректоров вузов Республики Татарстан, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. В этом году мы встречаемся со старостатом впервые, поскольку многие только-только еще стали старостами, особенно это касается наших первокурсников. И это огромное доверие работать старостой, человеком, который организует и отвечает не только за собственную группу, но и за все настроение студенческого нашего актива и сообщества в целом. В рамках программы «Старостата» состоялась презентация актуальных возможностей для студентов, а также публичная лекция от заместителя премьер-министра Республики Татарстан Лейлы Фазлеевой. Искренне хочется пожелать, чтобы встречи были теплыми, чтобы в рамках таких встреч вы узнавали что-то новое. В свою очередь тот, кто выступает со сцены, получал обратную связь по результатам нашего взаимодействия в процессе такого высокого названия, как публичная лекция или публичное выступление, чтобы мы тоже получали обратную связь, получали удовольствие от общения, потому что, на мой взгляд, с этим очень много в жизни любого человека связано. Кроме того, очные участники старостата приняли участие в разработке программы развития Института старост вузов Республики Татарстан. Разработали модель компетенции старост. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Анастасия Миронова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!